Всем привет, ребят, с вами Акул! И что, прямо сейчас я врубаю стрим, чтобы что, на донатном аккаунте сделать очередной рекорд побед, конечно, рекорд побед. Я нереально жестко, посмотрите, я по две уикенд-лиги в неделю играю, просто нереальный задрот. И сегодня мы, ну, десяточку йоу должны делать. Уже, ну, пора 10 побед делать, я уже устал по 9 побед, уже 9 одни бомжи делают. 9 бомжи делают, 9 и меньше одни бомжи. Мне надо 10, я же не бомж какой-то, поэтому прямо сейчас буду урываться в эту уикенд-лигу. И откроем, конечно же, промик и еще что-то интересное, да, и чувствую, блин, может что-то сегодня поймать, по-любому. Не забудьте по ссылочке в описании переходить на мой телеграм-канал, там много чего интересного, поэтому подписывайтесь. И также анонсы стримов в моем телеграм-канале по ссылке в описании, переходите. Если ты хочешь приобрести новую EFC-25, EFC-Points, монеты, все это можешь приобрести у Дмитрия Ефремова, магазина Дмитрия Ефремова, по ссылочке в описании проходи. Если скажешь, что пришел от меня, получишь скидку в 10%. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Игры, подписки, EFC-Points абсолютно на любые платформы. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Лучший продавец монет EFC-25. Покупай только надежно у Дмитрия Ефремова по ссылке в описании. Надеюсь, что Бапе. Давайте женщины начнем. Женщины? И кого мы берем? Ну давайте Бонмати. Бонмати и... Килим Бапе, давай. Найс баг. Фу, Бапе есть. Забираем Бапе. Дуда компани, Стэнвей. Понятно. Все настроил, поехали. Найс, вот это голешник. Красиво зафигарил. Дальнюю девятку. Блять. Пизда. Ну блять, серьезно. Охуенно, пи***то, блять. Просто охуенно, Ван Дайк. 2-1 я уже проебываю. Просто классика, блять. Найс, еще давай миллион отскок. Как меня раздражает, блять. Я просто, ну, он отскакивает. Ну хватит угловые эти, блядь. Сколько можно? Блядь, какие ужасные пасы. Опять угловой. Ну вы цепали, блядь. Ну отлично, Руни. Да, что, выйдешь? Да, выйди отсюда. Блядь. Ой, хорошо. Фу. Просто отнимите, блядь. Почему так сложно отнять? Блядь, я думал, не успеет заблокировать. Как же я хорош, нахуй. Это первый матч, блядь. Мистер Камбэк. Плаки, блядь. Давай, расскажешь. Как же я хорош, парни, как же я хорош. По статистике у меня был, кстати, охуеть. Маньян, Рюдигер, Салиба, Айтан, Бомати, Винисиус Джуниор. Похож на Винисиуса я? Пизд. Ну что это нахуй? Блять, не забил. А где? 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 На кого я переключился, блять? Ну что я делал? Вот зачем я побежал в борьбу? Я что? Ладно.
Осуждаю, блядь. Сука, я из этого голоса пропустил. Но! Вот это я просто, ну я не знаю, как киберспортсмен сыграл, да? Чувствуете? Второй камбэк подряд! Пиздец, ну какого хуя? И меч не отнять, я не сделать. Блять, ну это просто пиздец, что за отскок? Я в ахуе. Отскок прям на ногу Винисиусу, это нормально? Охуеть, я еще сейчас в***у этот матч. Да, это рофл. Случился рофл. Да. Пиздец. Что это нахуй? Какие мне голы забил? Ну бля, он последний, это просто пиздец. Здесь. Что это, ебать? Вот, он здесь вот, во-первых. Это то, что мяч сквозь ногу проходит вот здесь вот. Ну это пол. Это, ну, типа, мы уже привыкли к этому. Дальше. Что это за удар? Он даже не пробил. Ну что это нахуй? Ну это такой тупой удар, блядь. И прям идеально на ногу Винисиуса, конечно. Вальвердо пешком идет. Идеально на ногу. В касание, блядь. Гол. Пиздец. Винисиус Хабиа Лонсо. О, ну это музыка у меня была, это я помню. Нормально, это была. На, нахуй. Ебать, как красиво под конец бита. Но можно на Кубок Фиферов вспомнить и эти треки поставлять. Реально. Юбилейный же будет Кубок Фиферов. Можно будет... На, нахуй. Можно будет в юбилейный Кубок Фиферов вот эти песенки вставлять. Че, он выйдет? Все, 4-3! Статат. Да? Я делаю 4-3 или опять ты, блядь, просто паузу нажал? Просто паузу нажал. Подождите, или не юбилейный КФ? Ты как? Так, я что-то расслабился, и он мне гол забил. 28-я минута только. Блять. Как мне что-то ебать? Какой он, бля, мне Винисиус бесит нахуй. Иди нахуй, блядь, Винисиус. Какую хуйню, блядь, этот Винисиус забивает все время. Бля, нихуя себе, плеер Локи начал юзать. Это точно не он играет. Охуеть. 4-4, это точно не он. Это, блядь, кто-то сел, он геймпад передавал, походу, все это время, поэтому на паузе сидел. Почему Папе на фланге у меня? Да ну! А, офсайд, блядь. Старшему брату геймпад передал, да? 100%. Блядь, я потею прям. Пиздец. На! Чё съеб... Блядь, передал он! Старшему брату! Старший брат тоже пососал, нахуй! Старший брат пососал. Пам! Получай, блядь. Здесь в оборонке, конечно, у него дыра, блядь. На, нахуй. Да. Разъебали. Блядь, пиздец. Считай, двух братьев отъебал. Терштеген, Кинг, Тюрам, Байтан, Булмати, Бапе, Сон. Ну, поехали. На, нахуй. Чё там, кто сделал от плеер локов отказаться?
блять, ну как, что мне еще сделать? Постоянно мяч попадает в защитников. Уже неплохо я, кстати, их юзаю. Сука. Надо было еще плеер-лок там назад отойти и пробить. Ну, пока я говорю, еще не привык. Офсайд. Блять, офсайда нету. Пизда. Сука, блять. У меня нормальный чат, вот смотри, вот, ребята. Ребята, вот напишите. Блять, пизда. Ну все, ГГ. Так, главное, не пенальти и не красная. Ну что это нахуй? Ну какой ложный замах? Хотя нет, твоя мама бесплатно вроде как работает. Ладно, без негатива. Пиздец. Вот он рано или поздно не забьет так. Блять, ну так красиво сыграл. Сука. Да блин, что? Как? Как? Пизда, пизда, пизда. Давай! Ну, блин, двинул. Сука! Ну это пизда. Это допы первые. О, я просто не могу забить ему гол. Какая речка. Бать, трек про маму хейтера? Сейчас понял. Да, Итана Бонмати. Я дебил. Пиздец. Я сам себе привет. А, блять, вот это я отскочил сейчас. Ну, бля. Ай-яй-яй, ну вы там тыкаете свои ножки. Блядь, я тупой! Он видел твои нижние губы. Сука. Ты из Сомска? Нет. Я с Самары. Пизда! О, ну ты как, блядь? Да! Уэйн Руни. Уэйн Руни. Блять. Ладно. Как ты, блять, почему я так путь все время? Я на Руни давал. Ладно. Да! Хорошо! Хорошо! Мы в игре. Это матч. О, внизу! Ну чё ты так слабо катнул? Пиздец. Я вышел кнопку передачи, он так слабо катнул этот мяч. А, пенальти, все, ладно, похуй. Хорошо, сосать не время, реально. Ах ты, блять, ты у меня. Девятнадцатая серия пенальти, если что, которую я не проигрываю. Блять, наверное, сегодня проиграл. Ладно. Да, да. Я же вижу, блять, ты двигаешься. Центр. Или нет? Блять. Сука. Отбивать надо. Центр, центр. Блять. Гандон. Найс, 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 отбивать надо. Вот сейчас центр, центр. Блять, иди нахуй, так и знал. Нет, я пропал.
Хорошо, 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 хорошо. Да! Блять! Сосать поглубже, реально. Какой жесткий. 19-я серия пенальти подряд. 19-я серия пенальти, которую я выиграю подряд. Хорошо. Ласт матч на сегодня. Смотрим. Компани Макелеле Барнес Гавусон. Блять, ну он там задержался. Ну хули он своим задержал? На. Дальше открывай обличку. На. Офсайд. Нахуй! Ну все, я разговариваю, все, меня не остановить. Ну здесь все залетало. Все прям. Отлично. Все, он выйдет. Найс! 8 побед! Опять за 4 часа вы ЕВЛ-ку отыграли. Поехали! Под эту музычку открываем наград. Мой наградки, Два информа дают, нихуя себе. Давай тут это откроем сначала. О, волкаут, наконец-то. ЦП, осуждаем. Чё ЦП? Блять, ловили. Я сразу скипну, это ловили. Осуждаю, что, блядь. Давай сначала информов откроем, потому что информ... Нахуй эти информы придумали? Вот зачем они нужны? Просто чтобы квикселить их или в СБЧ отправлять? Ну квиксел, блядь, нахуй. Вот что в информах может дорогой упасть? Никогда ничего в информах не падало годное. Всегда, блядь, какие-то... Блядь, два раза этот чубрик выпал. Так, все, 286. Пожалуйста. Ну, блядь, женщина. Кто эта женщина? ЦОП. Стэнвэй. Айтана Бонмати. Патрик Гуйжаро. Ладно. Можно засейвить на Черную Пятницу. Но сейви я не буду. Ебать. Вратарь. Англия. Женщина. Блядь. Да лысые женщины. Париж Сен-Жермен. Ну кто это? AirPods. 3000 FC Points. Трачу. Погнали. Пожалуйста. Ди Натали какой-нибудь. ПВ. Англия. Это может быть что... Но нет, только не манам. Нет, это не манам. Кто же это? Похуй. И... Кол! Блядь. Не, нормально. Ну, пойдет. Ну да, ну типа... Не прям топ, но и не хуйня. Как Тоттенхэм, да? Не смотрю на героя. Не смотрю. Открывается герой. Там женаля выходит, женаля. Идет такой, и там Франция, ПСЖ, герой, ПВ, пам, женаля. И я открываю глаза, и он выходит. Пам! О, кстати, Лизару. А, я угадал, почти Франция, да? А, кстати, 300 тысяч. Не, 200. Ну, пойдет. Не прям, что вау. Ну, ладно. Да, вот это, конечно, потный матч был последний. Последний потный матч. Вообще какая-то уикенд-лига потная. Мне дико просто не везло. Все матчи, которые я проиграл в один мяч. Да, кстати, в этой уикенд-лиге прям соперник, который меня бы вынесли, таких не было. Со всеми сражался достойно, поэтому... Ну, просто не повезло, просто не повезло. Зато поймали два героя. Неплохо, по 200 тысяч, два героя. Кол и Кизару, да. Ладно, ребят, не забудьте подписываться на этот YouTube канал, йоу, и переходить на стримы. У нас весело, у нас очень адекватная, уютная атмосфера на стримах, поэтому переходи, мы тебя ждем по ссылке в описании. Пока!